сказать слова благодарности Сергею Викторовичу Жиленко, главе местного самоуправления поселка Южный, и всем жителям этого поселка, которые смогли за очень короткий промежуток времени создать хорошую спортивную, конно-спортивную базу здесь, на этой территории. Давайте мы их за это поблагодарим. Мы обсуждали, и есть планы развиваться и дальше, дать возможность, чтобы как можно больше детей занималось этим видом спорта, в том числе и на этой территории. Я хотел бы, уважаемые гости, в вашем присутствии высказать слова благодарности спортсменам Краснодарского края, которые на вот недавно прошедшей Олимпиаде заняли 6-е место в России из 32 субъектов федерации, которые принимали участие. Давайте мы наших спортсменов поблагодарим. Спасибо вам, уважаемые спортсмены. Мы гордимся вами. А сейчас я обращаюсь к спортсменам, которые будут принимать участие вот в сегодняшнем празднике. Вы нас очаровали вот красотой парада, вы очаровали умением управлять лошадью. И я вам желаю спортивных побед и такой же красоты в вашей жизни. С праздником вас! Успехов! Всего вам самого доброго!